Ой, к нам полиция. Здравствуйте. Серьезно, это серьезно. Наши съемки прервали господа полицейские. К сожалению, они так близко к нам и не подошли. Я все еще их жду в гости. Они проехали два раза мимо по проселочной дороге, но, видимо, не по мою душу. Вот странно, стоит человек с штукой, палкой, похожей на оружие, и они проезжают мимо. Ну, на самом деле, нет ничего в этом страшного, я ждал их, но они так и не подошли. Сегодня мы с суперуполномоченным Шевченко приехали на вызов о том, что в лесу заметили человека с оружием. У него был ВСС от Аюб.